Итак, да, Дан Старт малому дерби. Но за то, как принимает Western Point, сразу же выходит вперед. Тут же рядом с ним Магомед Капушев и Салим Хас. По бровке Акванит. Далее Абхазиан Сонг. На пятом месте Папирус. За ними Перс Барс. Максибат. Замыкает тут же Вегас. Вегас полем, дальним полем. И вывозит Александра Иванского в лидеры. Скачку ведет Салим Хас. Повел перед на прямой старт-финиш. Магомед Капушев верен своей тактике и лидирует на Салим Хасе. За ним Юрий Кулинич и Western Point. Вегас очень сильно налегает на повод. Там, по-моему, Папирус сходит с дистанции. Что-то с ним явно не то. Тормозит его Иван Николкин. А впереди идет сейчас Салим Хас, серый, перед трибунами. Салим Хас первым входит в поворот под седлом Магомеда Капушева. Но тут видно, что пейс явно потише. На втором месте тут же Western Point, далее Вегас, по бровке Абхазиан Сонг, между ними Акванит, Перс Барс, и тут же Максибат, Мирзабек на нем в цветах конного завода Донской, выходит на предпоследнее место. Лошади выходят на противоположную прямую, и скачку продолжает вести Салим Хас, но тут же Western Point. Western Point где-то на полкорпуса вторым позади лидера Салим Хаса. Третьим Акванит, тут же Вегас и по бровке Абхазиан Сонг. Максибат с просветом, замыкает Перс Барс. Продолжает вести Салим Хас. Вторым на полкорпуса сзади Юрий Кулинич и Western Point. Ну и остальные тут же Акванит. И рядом с ним полевой стороной тут же Вегас. Абхазиан Сонг пятым. Максибат под отпал, и Марзовик на нем едет в посыле. Салим Хас продолжает лидировать при входе в последний поворот. На Western Point Юрий Кулинич уже начинает ехать в посыле. Остальные тут же. На третье место выходит Абхазиан Сонг. Юрий Кулинич на Western Point захватывает Салим Хаса. Пошла борьба. И Western Point выходит вперед при выходе на финишную прямую. Western Point лидирует. На втором месте идет Салим Хас. На третьем месте идет первый номер Абхазиан Сонг. Там же Акванит. Но впереди уверенно по финишной прямой Western Point. Четвертая победа будет сегодня для конзавода 711, похоже. Western Point уверенно лидирует перед трибунами, приближается к финишу и легко выигрывает малое дерби. Максибат вышел на второе место, Акванит третьим, Салим Хас четвертым.